бане. Обычно начинают строить дом с бани. Вот я очень долго хотел баню, очень мечтал о своей бане, понимал, что это будет однозначно сруб. Предложений немного, но, наверное, на ловца и зверь бежит. Попав на этот сайт, я надолго, прям реально надолго там завис, посмотрел все проекты, и я вообще после этого просто заболел баней. Позвонил, договорились, что в течение недели встречаемся. Был Дмитрий, приехали они с Виталием Ангаткиным. После этого началось проектирование. Когда проект был у меня в руках, я лежал дома, рассматривал картинки, представлял, как это все будет выглядеть. Потом все началось очень быстро. Приехали рабочие, начались земляные работы, все копалось, двигалось. Отрадно, прям приятно общаться с рабочими, видеть профессионалов во всем. Потом привезли сруб. Я понял, что я хочу баню меньше. Вот тот момент, что я не хочу такую огромную баню, потому что она реально была огромная. Когда поставили сруб, сруб тоже удивительный. Я думал, что это долгий процесс, какой-то очень долгий процесс. Это произошло буквально за полтора дня. Шла работа, она действительно шла непростой. Все, и материалы вовремя подвозились. И самое главное, тут я говорю, прям что меня подкупило в работе артели, то, что я, как заказчик, я просто зритель. То есть, понятно, что мое мнение решало какие-то вопросы, там, то есть, всегда опирались, спрашивали мое мнение, но, что я просыпаюсь и не думаю, где мне достать там стекло, бревно, гвозди, там, я не знаю, ну, куча нюансов, то есть, меня это никаким образом не касалось, на чем привести, когда привести. Здорово, вот в этом плане прям так держать. Так и должно быть. Большое положительное впечатление от работы на объекте. Они были каждый день положительными. Просто приходите, смотреть, как люди работают, сколько внимания уделяется каждой детали. Тяжелого, кропотливого физического труда. Никогда не искали простых путей. Приходилось всегда объяснять, что такое кело, сухостойное бревно. В России не всегда понимают, что можно из него строить, и это хорошо, это замечательно. Все в восторге. Первое, сейчас, когда уже люди в готовый объект приходят, первое, что им в глаза бросается, это, вот, конечно, вот электрика. Электрика покорила всех, Павел Васильевич, покорены все. Второе, это им, да, это наличники, отделка дверей, наличников, печь. Да, печь замечательная. Мне самому очень нравится. Душу греет, тело греет, да, и, наверное, я буду здесь жить. Я очень доволен, это какое-то даже необъяснимое чувство. Уют созданный, вот эту красоту, которая столько человеческого труда, ее, ну, правда, за деньги не приобрести, вот это удовольствие от созерцания, от прикосновения ко всему этому. То, что она получила немного больше, чем я хотел, ну, в этом тоже свои плюсы. Значит, здесь можно больше собрать друзей. Дом из кела, да, наверное, построил. Ну, когда дети подрастут, уеду в такой дом жить. Пока я буду довольствоваться баней из кела.